Все, как плачет, да? А? Вон, посмотри, мамка спрашивает. Мама, тише. Мамка спрашивает, вон и мамка. Здравствуй, мамка, здравствуй, мамка. Господи, я же за вы и за ноги издеваюсь.
знал, что вот конец. Он готовился к этому. Но все-таки он правду говорил в глаза. И эти святоугодники нас наставляют, и как мы должны бороться за правду. Но каждому свой крест. Мы же должны быть правдивыми, стараться, как христиане, во всем. Это прежде всего молитвы, правдивым. Что же правдивый? Каждый вас знает, читал святых отцов, что правильная, правдивая молитва – это не рассеянная молитва. Молитва, когда ум нас сознает, перед кем стоит, с кем беседует. И в душе страх Божий, благовение пред Господом. И каждое слово ум и душа чувствует. И сердце соответствует. Вот такая молитва, правдивая, она угодна Богу. И дай Господи нам бороться за эту правдивую молитву. Бороться ведь мы боремся не только с этим рассеянием. Мы должны понимать, что бес, этот лукавый, этот противник спасения рода человеческого, он всех нас хочет отвлечь, чтобы у нас молитва была пуста. Он знает Слово Божие, и хорошо, лучше нас знает Священное Писание, что сей род изгоняется только молитвой и постом. Какой молитвой? Правдивой, правильной молитвой. Дай Господу бороться с этой молитвой. Ежедневно. Ежедневно. Ну, пост то же самое. Сам по себе не приходит, легко не дается и каждому из нас. Только вот правдивому человеку, который уже в навык пошло эта молитва, когда уже молитва, он не может без молитвы, само сердце уже глаголит молитву, уже в навык пошло, и поститься не может, потому что пост у него – это подкрепление. Господь же говорит, Царство Божие не пища питьевая. Всяким словом питается человек. И Царство Божие, конечно, что такое? Вопрос от Бога. Это мир и радость во Христе. Это мир. Это, там правдивость. Это должно быть пред Богом. Когда этот мир присутствует, когда этот мир обязательно выливается и в нашей семейной, в домашней церкви, обязательно выливается он и с людьми, с кем общаемся, обязательно выливается. Человек не может нарушать этот мир, если он усердно молится, усердно постится, усердно посещает храм Божий. Усердно, конечно, должны и каяться. Все мы падаем. Поэтому Господь нам говорит, пал грех, стань покаянием. Поэтому дай Господь, чтобы почаще бывать на исповеди, прещаться, почаще. Вот сейчас я советую даже своим духовным чадом, это не раньше, не реже одного раза в месяц, а то большинство раз в две недели. Мир возле лежит, это слово на нас действует ведь. Понимаете, люди, входящие уже не только с Богом, но и с бесом, поэтому общение с ними, нам защита – это Господь. Господь. Мы не видим даже с кем, особенно москвичи, вот эти, город большой в Праге, и кто там ходит, сколько там колдунов, сколько там людей экстрасенсов, людей, связанные ну, с бесовщиной фактически. Поэтому защита – Господь только лишь. Господь нас защищает, поэтому дай Господи. Не забывать, есть стяжание. Благодати Божией, не остались всегда, говорил к нам, пришел вот и... Да помните, как один прибыл сказал, что вышел из кельи уже, пришел уже не тем в кельи. Поэтому должен что? Сразу старость мне вся света. Крещенской водой покрепись. Это помолись. Помоги Господу. Господь этим молиться. Вот. А святителя Филарета мы помолимся усердно, чтобы Господь его молитвами укрепил нас в вере, в любви к Господу, всем сердцем, всей душой. Всегда помните о его присутствии, чтобы живая вера у нас была в присутствии. Чем бы ни занимались, чем бы ни мы, где бы ни находились бы, всегда помните о присутствии Божьем. Поэтому всегда общение с Богом в молитве. Господь называется. И дай Господи, чтобы в молитве Господь укрепил нас и в надежде на сердце Божие, и чтобы в любви, прежде всего, в любви друг к другу. Оно в чем выражается? Любовь у нас дает крепость. Поэтому не остатки других мы должны терпеть. И молиться за ближайших нас. Вот. Мир и нас, когда и сохраняется, когда мы терпим остатки, молимся за ближайших нас. Помоги Господи, дай Господи, чтобы Господь дал нам мудрость воспитания чад наших, чтобы правдиво относились к своим чадам.
они чувствовать будут нашу правдивость, и, конечно, будут доверие, никогда к нам ничего не скроется. Никогда не скроется. Помоги Господи. Мы помолимся, чтобы умолит меня Господь в этой в мире. Господь управил бы нас через корпус Господа в каждом жития, в мире, в благочестии, творя дело Божие и Господь спасение правил. Не как мы хотим, не как нам кажется, не как нам думается хватит, потому что у Бога, как Господь говорит через пророка Исаию, ваши мысли не мои мысли, ваши мысли не мои намерения. Поэтому всегда прося у Господа, мы всегда говорим, Господи, ну не как я хочу, ну как Ты сотворил. Потому что что полезного, лучше Господь знает. Поэтому попросим, наша забота, конечно, спасение Божие, наших чад, наших церкви, всех сводников, всех людей. Поэтому, Господи, дай нам трех. Память всегда, молиться друг за друга. И Господь нам и сказал, соединив в одну фразу все Евангелие, дети, любите друг друга, мир имейте между собой и молите друг друга. Дай Господь исполнять мой дни. Значит, все Филарета. И с помощью Божьей. Аминь. Поздравляю, дорогие, с праздником вас, чудотворца Филиппа. Дай Господь молитвами Господь нас спасет и сохранит, и это благ, и человеколюбец. Аминь. Спаси Господь вас. Дай вам здравия, мира, самого терпения друг к другу и молитвы друг друга. Вот самое, как говорит Господь, верующий меня не постыдится, да? Мы все веруем в Господа. Вот я просто замечаю, что часто приходится сталкиваться вот с обидчивостью, знаете, я же православный христиан. Да, Господь что говорит? Я говорю, веришь в Господа? Верю. А что Господь говорит? Тебя видели, что надо делать? Молите за обижающих вас. Не злом слово называть, не словом за слово, не обиду за обиду, что ты помолись за него, Господи. Ну почему? Вера, в чем наша молитва заключается? Что Господь промыслом своим пускает в скорби, печали, так друг от друга, от других братьев. Ну, если промыслительно, значит, мы будем терпеть друг друга и молиться бежать. Второй момент, я все время об этом вспоминаю, что все человеки, которые творит, ну, даже близкий наш, домашний, в обиде, что они будут, во-первых, немощные, да, посетить, имеют недостатки, какие-то уже характеры, уже черты, какие-то, как-то чисто христианам грешит. Каждый из нас грешит ведь. Сознавая это, если мы сознаем свои немощи, то его тем более не сознавать. И знаешь, что бес, он крутит, и он искушает его, и он завыше своей повышает, нарушает мир свой и наш. Поэтому что он сейчас кого не уловит, чем Господь молится, говорит, а за него помолиться, Господи, дай ему, чтобы он пришел в сознание, что неладно сделать, что он без последствий, что мир нарушил. И покаялся, и все, он сам скажет, ну прости меня, Христа ради, я тебе виноват буду, знаете, если мы помолимся за него. Вот это практики, вот просто многие говорят, я думаю, что свои практики тоже убеждают себя. Дай Господи, мир ходить. Возьми, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Господу помолим сердцем всем.